Всем привет! Сегодня выехали на тест шнека бура, мотобура. В общем, диаметр родной шел сотка. Вот взял 200-й. Приехал с ковшом. Ковш сразу скинул. Прям в ковше и привез бур, в принципе. Ковш скинул, повесил шнек. Вот такое вот устройство. Сейчас будем пробовать. Буду пробовать бурить. Супруга будет снимать. Первый раз. Посмотрим, что у нас тут получится. Ладно, начинаем. Ребята, ну процесс идет, нормально бурит, вот такая вот лунка уже. Ну вот до сюда я забурил, сейчас полностью его добурю. Это будет у нас 1,80 м. Единственное неудобно, что выскакивать, конечно, его отряхивать. А так, в принципе, ничего, нормально. Просто майонез, он потихонечку сам лезет туда. Ребят, ну нормалек бурит. Вот видели, на всю засадил его туда. 1,80 м. Глина. Сначала шел песок, а это вот глина. Прям вот она.
глина рыжая, серая. Вот она. Ничего, нормально. Справляется со своими задачами. В принципе. Сейчас супругу посадим, пусть прокатится. Попробует. Супруга рулит. На самом деле он просто в управлении. Нормально. Спокойно на нем можно ездить. Вон, за рулем, пожалуйста. Вот первая скорость тоже. Трактористка моя. Заднюю? Разворачивается. Есть девушки в русских селениях. Молодец, рулит. А что жигулевская все, коробка? Она на жигулях болталась. Первая ее машина была жигули. Так что этот тракторишка, ничего сложного. Сейчас задний будет включать. Ладно, ребят, всем пока-пока. Оставайтесь с нами, будет еще много интересного. Скоро зима, будем путешествовать по лесу зимнему сказочному. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.